Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2. Урок 29. Вырази в минутах 3 четвертых часа, 5 шестых часа, 7 двенадцатых часа, 29 тридцатых часа. Так как в одном часе 60 минут, то мы 3 четвертых часа выражаем таким образом. 60 делим на 4 на знаменатель и умножаем на 3 на числитель. 60 разделить на 4 будет 15. 15 умножаем на 3, получаем 45 минут. 3 четверти часа – это 45 минут. 5 шестых часа. Так как в часу 60 минут, то мы 60 делим на знаменатель на 6 и умножаем на числитель на 5. 60 разделить на 6 будет 10. 10 умножаем на 5, получаем 50 минут. 5 шестых часа – это 50 минут. 7 двенадцатых часа. В одном часу 60 минут. 60 делим на знаменатель на 12 и умножаем на числитель 7. 60 разделить на 12 будет 5. 5 умножить на 7 будет 35. 7 двенадцатых часа – это 35 минут. 29 тридцатых часа. 60 делим на знаменатель, а он у нас равен 30, и умножаем на числитель на 29. 60 разделить на 30 будет 2. 2 умножаем на 29, получаем 58 минут. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.